Ну, здорово. Новогоднее настроение отсутствует. И приходится представлять, что у меня коньяк вместо чая. Стоп. Почему же все так непрофессионально? Намного лучше. Действительно. Единственное, что стоит радоваться в этом году, это наступление следующего года. Потому что 2016 это был просто ужасный год. Эти школьники с паленой одеждой из Алиэкспресс. Это просто ужасно, они вообще везде. Я с тобой вот как раз сейчас не соглашусь. 2016 был самым крутым годом, который я когда-либо видел. Куча интернет-мемов и событий произошло. Ты что несешь? В интернете кроме всякого говна ничего больше нет. Ничего интересного. Сейчас тебе расскажу о 5 крутых вещах в этом году. Первое. Редизайн ВКонтакте. Второе. Новые паблики. Третье. Новые тренды на Ютубе. И новые мемасики. И стоп. Стоп. Давайте я представлю мой топ-5 вещей этого года. Тупые школьники в паленых шмотках с Алиэкспресса. Тупые школьники в паленых шмотках с Алиэкспресса. И тупые школьники в паленых шмотках с Алиэкспресса. О, еще одни тупые школьники в паленых майках с Алиэкспресса. И тупые шкуры с Тамблера. И я как понял, они развиваются вегетативным путем, потому что с каждым годом их становится все больше. Эй! Где новое видео? Где челленджи? Где 24 часа? Где 100 слоев? Скатились! В этом скетче мы хотели вам сказать о том, что 2016 год был одним из самых непростых. И в нем происходило много всяких хрени. Но во всем надо искать позитив. Мы должны оставаться позитивными. И даже несмотря на то, что наш канал почти не набирает просмотров, надеюсь, это меня разделяет миллион моих подписчиков, которых нет. На этот Новый год я бы хотела вас попросить подписаться на канал и рассказать об этом видео всем своим друзьям. Вот такая меркантильная тварь. И вообще, одаривайте лайками, репостами, просмотрами своих любимых блогеров, которые сейчас только набирают популярность, у которых есть нормальный контент. Мы стараемся. Я сейчас скажу. С Новым годом!